началась новая лига, то есть гонка. Но она длится 2 недели, потому это чуть ли не целая лига, можно сказать, двухнедельная. Ну, двухнедельная лига «Беспредел». Есть софткор, есть хардкор, есть хардкор этот SSF. Я играю вот хардкор соло. То есть, напоминаю, нельзя торговать, но вообще нельзя в пати быть. Still alive, нельзя are в we? пати играть, нельзя ни с кем торговать. Вот, и в чем смысл? То, что в каждой новой локации либо изгнанники, либо боссы вторжения, что-то такое. Типа самое жесткое, что я встречал, это 20 боссов вторжения. Там 20 изгнанников тоже жестко, но 20 изгнанников они чуть послабее. А 20 боссов вторжения, типа, ну это пиздец. Там уже на низком левеле, когда урона особо нет, вот как у меня сейчас. Видите, в области можно встретить 20 боссов вторжений по-разному там. Где-то 20 ящиков, еще что-то. То есть в каждой области это фигня меняется. Урона у меня пока особо нет, потому что с этим, с лутфильтром включит. Вот видите, длиной мало проблем. Таких еще нет. Это, конечно, секретно. Это очень просто. Боролся с ними это время, ну и ресурсы, и долго, сложно. Но почему-то локация обновилась, хотя не должна была ее надолго сделать. Я не знаю, я буду с тотемщиком, короче, бегать. Я не знаю, только с двуручкой или с одноручкой. Мне хочется, наверное, с двумя одноручками, я не знаю точно. Практика показывает вроде, что двуручка не больше урона. Ну, чисто моя практика. Пиздец, когда я столько времени затратил, чтобы пробежать. Тут, как я понял, каждый час меняется. То есть можно переждать, если что, и потом через час прийти, что не будет другое место. Типа очень затруднено прохождение, да. Из-за этой херни. Много очень миников. Сшивать все. Так сколько у них мобов, как не нахаться, там, как я сказал, я, короче, телепорт сделал, но у меня из игры вылетело и, короче, все обновилось, то есть все по новой. Ну, в принципе, если что, как я сказал, можно просто подождать час и там обновиться. Каждый час, насколько я понял, обновляется. Решил на SSS играть, потому что все равно ничего особо не покупает. А там и не вижу смысла, или я не знаю. Все-таки буду с двумя обороточками. Вот, я ничего особо не покупаю, меня торговля не интересует. Ну, никогда не покупаю. Пиздец, вот эти вот некроманты еще. На фоном. Реально жестко, то есть. Наверное, из всех гонок это одна из самых жестких. То есть, не вообще не сравнится, а с одной неделей гонки, которая была. Когда там, неделю назад, да, вот эта гонка, которая неделю длилась. Там та намного проще было. А я-то уже второй раз, получается, приходится это пробегать. Более-менее я их убиваю. А когда вообще там на первых уровнях, там на третьем, на пятом, это вообще пиздец, так с ними ничего не сделаешь. По сути, с вот этими изгнанниками, ну, не изгнанниками, а боссами. Это они реально очень жесткие. Чересчур. Пиздец. Круто, я теперь выйти не могу. Это паучиха. Вот та вот стена называется. А или вот эта хрень. Ну да, все равно вот этот скилл, он просто очень хреновый, потому что его урона немного. Чё ж у меня не отображается-то? Баги с фильтром. Да, жестко. Реально очень жестко. Там не мусор бегает, наш вот в другом месте было. О, отлично. Быстренько в этот раз я пробежал.
Надеюсь, не вылетит опять. Ладно, гоу. Тут тоже 20 боссов вторжения. Жесть. Реально жестко. И лута из них особо никакого крутого не понравилось. Я пока почти все подбираю, потому что, ну, особо желтая или что-то такое, что нужна валюта. Чисто там валюта как бы на продажу. Я надеюсь, там рядом с боссом не будет никаких левых мобов. Будет хреново. На самом деле. Хорошо, еще тут бродячих изгнанников нет. Ну, то есть, ой, ну, духи, духов страдающих. Если такой дух страдающий вселится в босса, то, конечно, такое себе удовольствие. Ну, да, очень жестко, очень долго. Реально прохождение затрудняет. Что-то вот просто вступление никак не надо. Я даже одного не видел. Типа, я не знаю, сколько урона сделал. Да. И по времени, вот, по времени очень много, получается, затрачивает прохождение. Так вот, нашел проход. У-у-у. Тут тоже босс вторжения, пиздец. Это пиздец. Это рофл на самом деле. Просто если боссы вторжения будут нарушпить его там вместе с боссом, с этим, с тюремщиком, я просто не знаю, как я буду убивать все это. Реально не знаю. Мне, наверное, придется выходить из игры и ждать тогда, пока обновится. Потому что реально это невозможно будет сделать. Когда его бродячие изгнанники защищают. Ну, то есть босс вторжения все время будет. Нет, тут вроде никого нет. Радует. Реально радует. Кстати, по боссу вот у меня урон хороший, я его нормально пишу, и он меня, кстати. Да, вот. Хотя бы босса я смог нормально. Одолеть. Ну что ж, как-то так, такой краткозор. Ну реально это на самом деле очень жесткая лига.